сейчас возлюбленные вошли все дорогие братья и сестры. Началось мое путешествие на Су-12 часов в апелляционном суде Горакида в Киеве. Будет заседание. Я все принимаю как волю Божию. Еще раз говорю, я благодарю очень службу безопасности, полиции, которая охраняет. Сейчас делается в лавре очень неприятные обстоятельства, арестовывают студентов, арестовывают казаков, которые охраняют, не пускают людей, ломают замки. Конечно, все это печально. Это называется демократическим цивилизованным путем. Хотя мы слышали Данилова, который сказал, что никто не будет нас выгонять. Действительно, нужно было бы прислушаться голосу того, который говорит государство. Но мне кажется, что это нижние слои это все творят. Также сегодня не разрешают снимать никаким каналом, ни на телефон. Только могут снимать пятый канал, как они сегодня объяснили. Ну что ж, это все более Божие. Мы предаем себя в руки Божьи, пускай Божья Матерь заступится за нас, за свои обители. Вот пускай пошлет мир, пошлет свое Божье благословение, а нам самое главное выдержать все это. Братья должны быть в своих корпусах, кто не служит. Вот, не имеет права, когда человек находится в корпусе, потому что разные бывают обстоятельства сегодня. Но мы, конечно, переживаем все это. Нам некуда идти. Нам остается только развести руками. Поэтому всех просим молитв, всех просим благ, чтобы Господь сохранил нас от всякого зла. Еще раз поздравляю всех с праздником живоносного источника, с Пасхой Господней. Пускай живительное благо, пускай живительное благо от источника Божьей Матери, воскресшего Спасителя, напоит жаждую душу тех, кто буйствует, те, которые так вот делают, пускай Господь вразумит, потому что то, что сегодня делается, конечно, непонятно никому и с чем это связать. Еще раз всех с праздником и храни Господь. Aber einfach die Tür aufgebrochen in einer kirchlichen Laden in der Anwesenheit von der Polizei. Wir sind jetzt gerade in Kiew und so ist leider unser Gegenwart. Яка підстава? Я хочу... Дозвольте мені... Ви закройте на райвідділо з адвоката, хай туди... Яка підстава, що мене туди... Присаджуйтесь. Присаджуйтесь. Ви вимикайте телефон. Я не можу так поступити без адвоката. Друзі, ви мене хочете насильно засунути? Ніхто насильно вас... Ну так дозвольте мені... Ні, це... Це насильно. Мене насилують. Аккуратно. Подивитись на середину. ОПЦ! 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 Дозвольте мені викликати адвоката. Вимикаємо стрілку, мамо. На, виключ. Не будем брать!
не давайте без давайте. Зачекайте. Я сказав, що мені потрібно. Попросили мене зачекати 20 хвилин. Одну хвилину назад пройшло 20 хвилин. Ще почекайте, не підходить. Дайте мені забрати свою особисту техніку. В мене є варіанти, в мене є права. Мені потрібно забрати мою техніку особисто з цього корпуса, щоб не ми не робили тут заворушення якісь нашу робити конфлікт на рівному місці, якщо потрібно забрати просто мені особисті речі ще одній людині. Зараз можна. Але бачу таку річ.